Накануне дня работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства в Республиканском культурно-методическом центре «Дуслык» был организован праздничный концерт. Работники торговли, быта и жилищно-коммунального хозяйства – это те, кто каждый день делают нашу жизнь более комфортной. Сегодня население к этим услугам предъявляет все большие требования. Потому работникам этих сфер всегда приходится идти в ногу со временем. Повышать качество жизни людей нелегко, но работники торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства предпринимают усилия, которые приносят свои плоды. О некоторых достижениях говорил в своем поздравлении с профессиональным праздником глава администрации Борис Беляев. В этом году мы совершили настоящий прорыв, пополнив городской парк коммунальной техники на 14 единиц, на общую сумму более 35 миллионов рублей. Модернизация наружного освещения, замена лифтов, капитальный ремонт многоквартирных домов, преобразование и благоустройство городских скверов, памятных мест, ремонт дорог. Все это преображает наш город и улучшает жизнь горожан. Мы обязательно продолжим движение в этом направлении. Борис Беляев поблагодарил всех работников сферы торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства за их труд, а затем наградил особо отличившихся почетными грамотами. Также были вручены благодарственные письма филиалу открытого акционерного общества «Газпром» газораспределения Уфа в городе Кумертау, РЭУ номер 1 и РЭУ номер 11. А после этого творческие коллективы города подарили виновникам торжества свои музыкальные подарки. В нашем городе, как и по всей республике, проживают десятки представителей различных национальностей. И задача каждого из них – сохранить родной язык и культуру народа. В этом направлении активную работу ведут общественные организации, работники культуры и образования. Так, например, в школах города дети изучают три родных языка – русский, башкирский и татарский. В средней школе номер 6 учащиеся изучают родной татарский язык, узнают культуру своего народа. По городу только в одной школе у нас преподается татарский язык и литература с 1 по 9 класс. Уделяется большое внимание, родители отвлекаются, дети с интересом изучают. Как итог всей работы, ежегодно устраиваются литературно-музыкальные праздники. На мероприятии в исполнении педагогов и учащихся звучали песни на татарском языке, стихотворения известных писателей. В качестве гостей на мероприятии приглашены творческие коллективы и солисты из соседнего Куиргазинского района. Таким образом, можно сказать, что сегодня в средней школе номер 6 был организован День татарской культуры. По завершении творческой части учителя татарского языка школы и представители общественности города обсудили вопросы развития родного языка. Живая русская классика. Конкурс чтецов с таким названием, посвященный Дню славянской письменности и культуры, состоялся в Доме пионеров и школьников села Ермолаева. 23 учащихся и 6 преподавателей школ Куиргазинского района вынесли на суд компетентного жюри свое видение произведений русских классиков, поэтов и писателей. В репертуаре чтецов стихи Пушкина, Лермонтова, Крылова, Осадова, Бенедиктова. Каждое выступление было не просто выразительным чтением понравившихся строк, но и маленьким спектаклем с визуальным и музыкальным сопровождением. Цель конкурса – не только выявление талантов среди школьников, но и привлечение их внимания к чтению вообще. Участие в этом процессе принимают порой весь педагогический коллектив. Интерес к литературе с каждым годом у детей все ниже и ниже становится. Дети не читают, и вот как-то заинтересовать их – это наша задача. На уроках истории, географии, даже на уроках математики мы просим учителей, чтобы они на выразительность, на дикцию тоже обращали внимание, чтобы дети полным ответом отвечали, давали ответы полные, чтобы дети выделяли, делали логическое ударение на отдельных словах.
Вот, то есть это не работа одного языковеда, это работа всего коллектива. Среди конкурсантов были как новички, так и постоянные его участники. Каждого из них сюда привела любовь к чтению, живому слову и поэзии. Фирдаус Якупова для своего дебюта выбрала отрывок из поэмы «Мцыри» Михаила Юрьевича Лермонтова. Девочка любит русскую литературу, а Лермонтова особенно. Мне очень понравятся стихи Лермонтова. Я их перечитываю и очень люблю. Вообще мне нравится русские произведения и стихи. Немало среди чтецов было и юношей. Одному из них, Инсафу Усманову, очень нравится участвовать в конкурсе. И в чтении он видит огромную пользу. Я не первый раз участвую. Я участвовал в прошлом году. Мне это понравилось. Я там занял место. Мне это очень нравится. Также я люблю читать много интересных и развивающих книг, художественную литературу, не только поэтов, но и писателей. Я считаю, что каждый уважающий себя человек должен много читать, быть разносторонним. Ну, мне это нравится, мне это интересно. Хорошим примером для учеников является участие в конкурсе учителей. Свое выступление представили не только языковеды, но и учителя начальных классов и технологии. Решением жюри первое место среди педагогов было присуждено Юлии Король, учителю начальных классов школы номер 2 села Ермолаева. Среди юных чтецов лучшей стала Мишкина Надежда, ученица 9 класса школы номер 1 села Ермолаева. В апреле месяце именно они будут представлять Кургазинский район на республиканском этапе конкурса в городе Уфа. Елена Камская, Владимир Кузьмин. Новости. Четырнадцатого марта в Кумертау проходили детские соревнования по лыжным гонкам. Участниками были школьники третьих и пятых классов. Погода не подвела, и настроение у детей было отличное. Как всегда, жюри состояло из опытных мастеров своего дела, преподавателей физкультуры. Сегодня проводим мы традиционные соревнования среди младших школьников «Олимпийские надежды». Название выбрано неспроста, это действительно надежда нашего города. И будем надеяться, что и республики, и всей страны. Участвуют мальчики и девочки 2003 года рождения и младше. Состав команды по 5 человек. Дистанция 1 километр. У нас весь год особенный, год олимпийский. Вот, и название «Олимпийские надежды» как бы обязывает к тому, чтобы дети действительно были отобраны в сборные команды и города и так далее. Ну, погода благоприятствует. Снежок утром выпал. Немножко сейчас лыжня жестковатая, но я думаю, дети пока что неплохие результаты, желание у них есть. Все школы экипированы. И я думаю, сегодня соревнования пройдут на хорошем организационном уровне. Сегодня ход классический. И вот главный судья соревнований во время парада открытия предупредил детей, ознакомил их с правилами лыжных соревнований, и сегодня классический ход. Да, и пользуясь случаем, хочется пригласить завтра на закрытие лыжного сезона, которое состоится 15 марта в 11:00 здесь же на лыжном стадионе. Приглашаем всех желающих. Перед началом конкурса ребята исполнили гимн России и показали необычный танец. Поболеть за них пришло большое количество народа, ведь самих участников было более 70 человек. Мне нравится лыжами заниматься. У меня уже есть 2 медали. А что за медали? За первое и третье место. Сюда пришел защищать честь школы на лыжные соревнования. Я первый раз на этих соревнованиях. Мне очень хотелось на них попасть. Я очень рад, что на них попал. Такие соревнования полезны не только для здоровья. Они прививают с детства любовь к спорту и активному образу жизни. А это означает, что из этих ребят вырастут достойные люди.